Привет! Сегодня я вам хочу показать одно несложное, но очень крутое заполнение. Оно будет строиться на секстольной пульсации. Теперь в этих секстолях расставим акценты через каждые 4 ноты. Следующий шаг. Заменим каждый четвертый удар на бас-барабан. Теперь осталось раскидать все по барабану. Будем играть в следующей последовательности. Малый барабан. Том, бас-том, бочка. Теперь обратно. Бас-том, том, малый барабан, бочка. Итак, повторяем 3 раза. Давайте соединим вместе с ритмом медленно. Ну а теперь немного добавим темп.